поздравляем с наступающим Днем Защитника Отечества. Здравствуйте, дорогие телезрители. С вами передача «Город женщин» и я, Саргалана Амосова, а также Владимиров Эрсан и Хорошев Глеб. Они юнармейцы и наши будущие защитники. И мы начинаем наш предпраздничный патриотический эфир. Всю передачу время от времени я буду вам рассказывать неизвестные интересные факты о 23 февраля. Итак, начнем. Факт номер один. Оказывается, раньше 23 февраля приходилось на современное 8 марта. С введением нового григорианского календаря даты изменились. Но, согласитесь, это интересное совпадение, поэтому, наверное, можно считать, что это двойной праздник. Шутка. И сейчас я хочу пригласить нашу первую гостью начальника отделения МВД России по Абыйскому району, капитана полиции Марьяну Потапову. Марьяна, здравствуйте, проходите в студию. Ну, наверное, мы начнем разговор с такого важного вопроса. Почему именно вы выбрали вот эту стезю? Я пришла на работу в полицию осознанно. Во-первых, из-за желания приносить пользу обществу, улучшать жизни людей, которые нуждаются в помощи. А во-вторых, на мое решение повлияла социальная защищенность, которая предоставляет работу в полиции. И ну, вы довольны, да, своим выбором? Да, я довольна. Я считаю, что сделала правильный выбор. Ну вот такая работа, да, вот нужны ли какие-то особые качества и навыки человека, который решил стать специалистом в этой области? Наличие таких навыков, как инициативность, ответственность, требовательность, конечно, позволят добиться положительного результата. Однако я лично считаю, что всегда надо проявлять человечность в работе с населением, потому что нет ничего важнее, чем наше общество. А как ваши близкие относятся вот к вашей работе? Мои близкие меня поддерживают, они гордятся моими достижениями. Вот расскажите о своей семье. Ну, я пока не в браке, но я думаю, что у меня все впереди. Меня поддерживают моя сестра и брат. На этом пока все. Да, вот кажется, да, что вы такая серьезная, да, там у вас такая красивая форма. А вот позволяет ли она вам раскрывать ваши творческие способности? Знаете, самое интересное, я считаю, в нашей работе – это раскрытие и расследование преступлений. Каждое преступление – это загадка, которую необходимо разгадать, установить истину, узнать то, что скрыто от глаз. И одинаковых преступлений не бывает. И как раз-таки вот применение творческого подхода позволяет умело воспользоваться полученными знаниями, умениями, навыками. Ну вот вы все же сказали, что вот так, мне даже вот это напомнило немножко, вот моя мама любит смотреть такие сериалы. Да? Ощущаете себя такой героиней? Нет, скорее всего нет. А вот те, кто собирается вот соединить свою жизнь с такой профессией, да, чему, ну, хотели бы предупредить их? Ну, конечно, я бы предупредила о недостатке свободного времени. Сотрудник полиции всегда остается на службе, даже когда находится дома или на отдыхе. Сотрудника всегда могут поднять по тревоге, и он отправится туда, где ждут его участия и помощи. Хорошо, вот мы узнали Марьяну, сотрудника, да? А Марьяна в обычной жизни, да, какая она? Чем вы любите заниматься в свободное время? Ну, я живу в родном своем Абыйском районе. В свободное время, конечно, пытаюсь выезжать на природу. Заниматься рыбалкой. Подлёдная рыбалка очень хороша в нашем районе в весеннее время. Я с удовольствием занимаюсь этим делом. А у вас большой коллектив? По штату в нашем отделении 29 единиц. Из них 25 аттестованных и 4 вольно-наемных. Ну, вот мы сейчас видим фотографии, да, то, что вот как у вас ну, вот много мужчин, да, а вот то, что вот вы девушка и в такой профессии, как вот к вам люди относятся? Вот как они реагируют? Такая молодая, красивая девушка. Ну, в основном поддерживают. Мужчины относятся к этому очень положительно, поддерживают меня и считают то, что я нахожусь
в настоящее время на своем месте. А какой у вас распорядок дня? Вот вы говорите, что недостаток свободного времени, да? То есть вы можете сутки напролет быть на работе? Ну, бывает и такое, но, конечно, редко. А так, ну, с утра, как обычно, на работу, вечером домой, своими делами заняться, и все, отбой. А во сколько бывает отбой? Ну, по-разному, ну, поздно. А вот что вот, вот бывает же то, что человек утром просыпается и прям с такой радостью, с таким прямо наслаждением бежит на работу. Вот что самое классное в вашей работе? Вот прям просыпаетесь и понимаете, что это вот мое. Так, ну это, наверное, скорее всего, мнение населения. Мнение населения тоже нашего района поддерживает. И каждый день, встречая своих земляков, они с благодарностью высказываются о моей работе, поэтому считаю, что все положительно. А большой район? Район у нас маленький, конечно. Все друг друга знают, как говорят. Но все равно есть свои, конечно, особенности. А сколько у вас вот сотрудников? Ну, вот вы начальник отделения, да? Сколько у вас сотрудников в подчинении? Ну, как я уже говорила, 29. 29? 29. Здорово. Маша, какие у вас есть хобби? Вот у вас свободный день. Вот представьте, вы проснулись, и вам никогда не надо идти. Что вы будете делать? Ну, во-первых, конечно, домашними делами занимаюсь. Это уборка, готовка. А так, ну, к родственникам хожу, в гости. Ну, вот передача у нас называется «Город женщин», да? И интересно узнать вот ваши секреты красоты, да, при таком насыщенном графике работы. Ну, в первую очередь, надо всегда умываться перед сном. Всегда все смываю, всю косметику, и пить больше жидкости. Воды надо пить побольше. Это мои самые главные рецепты красоты. А, много воды, это вот примерно 2 литра вы пьете до воды. А как вы питаетесь? Ну, получается питаюсь. Ли вот, поддерживать правильное питание молодой девушке на такой ответственной работе? Ну, как раз-таки вот тут влияет наши особенности районные. Мы население, которое выросли на местных продуктах, это рыба и мясо. Поэтому я просто привыкла есть традиционные продукты наши. Самые натуральные, самые полезные, да? А вот мне еще вопрос. Вот мы девушки, я не такая, но вот есть девушки, которые не могут ходить в одной одежде каждый день. У вас не бывает такого-то, что, ой, я бы надела сегодня платье, но придется опять надеть этот костюм? Нет, сейчас форма в полиции очень разнообразная. И можно ежедневно менять форму. Носить и китель, и платье, и рубашки, и юбки, и брюки. У нас все есть, все в комплекте. А сколько комплектов бывает вот у стандартного вот сотрудника? Ну, как минимум 4-5. 4-5, да? Там есть и костюм, брючный костюм, платье. Полевая форма. Полевая форма, да? Утепленная. Бывает в холодное время, то мы носим утепленную форму. Интересно, что есть такая. Так, я думала, вот просто один костюм и все. Скоро вот, весенние праздники, да, и как-то вы вот с коллективом, у вас принято как-то отмечать их? Как вот у вас бывает такая корпоративная культура? Ну, мы всегда празднуем 23 февраля. Это, соответственно, дарим подарки своим мужчинам, защитникам Отечества. На 8 марта они дарят нам. Соответственно, наши подарки всегда намного лучше, потому что нас меньше. Как и в каждом коллективе, я думаю. Да, как и в каждом коллективе. Да, ну вот, пользуясь случаем, да, вот вы можете сейчас передать поздравления своим коллегам. Я хочу пожелать всем спокойствия и благополучия. Хочу, чтобы в каждой семье, в душе каждого человека была гармония. Любите, цените, уважайте людей вокруг вас. И будьте счастливы. Помните, что сотрудники полиции всегда находятся на страже личности, общества и государства. Служа народу, служу закону. Марьяна, большое спасибо. Спасибо, что пригласили. Желаю вам дальнейших успехов в работе. А далее у нас будет сюжет. Сейчас я нахожусь в специализированной пожарно-спасательной части города Якутска. Узнаем, справлюсь я с этой профессией или не справлюсь через несколько секунд. Проводником в неизвестный мне мир стал Егор Юрьевич, который работает уже 13 лет в этой сфере. Наша
служба заключается, ну, не только в тушении пожаров и спасении людей, а также предотвращении чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф, ну и соответствующей помощи гражданскому населению. В состав караула входит 21 человек. Прошу заметить, девушек здесь нет. Сейчас продемонстрирую вам, как происходит один из отработок норматива одевания боевой одежды. За 60 секунд машина должна уже выехать, потому что каждая минута – это чья-то жизнь. И медлить ни в коем случае нельзя. А мне же сейчас тоже надо будет, да, так же сделать? Да. Прям вот за 25 секунд? Да, 25-30 секунд. Значит, старт, внимание, марш. Боже, какая же тяжелая обувь. Какой же тяжелый комбинезон. Как вы вообще это носите? Ох, говорила мне режиссер, не кушай перед съемками. А тут не может застегнуть. Все, точно тоналкой все измажу. А он-то быстрее. Ну ничего, ничего, сейчас догоню. Ну, или не догоню. Все застегиваются, все дадимки потом достать. Вот куртка. Руки поднимай. И куртка тяжелая. Так, ага. И ремень. Разворачивайтесь. Ну правильно, разворачивайтесь. Капец, он тяжелый. Он же очень тяжелый. Полное обмундирование. Я такого вообще не ожидала. Все, я теперь пожарный. Поднимайте руку, что... А зачем руку поднимать? Ну, что, ну, норматив выполнен. Ничего страшного, полторы минуты тоже результат. Тренироваться и тренироваться. А теперь надо забраться в машину. Полное обмундирование весит 20 килограммов. 20 килограммов, чтобы вы понимали. Все это укладывается в норматив старшее отделение. А здесь как VIP, да, получается? Сюда намного сложнее. Руку туда, руку туда. Чуть-чуть подтягиваться. Не так уж это и сложно. Подождите, а как же спуститься-то? Я не слезу. Я не прыгну. Я боюсь. Подождите. Я не смогу. Тут очень высоко. Подождите. Раз. Вызывать всех снимать. Подождите, я просто боюсь без смотреть. Мамочки. Ох, ну, теперь к шлангу. До шланга я так и не добралась. Пусть это останется на плечах настоящих мужчин. Приборы. Совсем маленькую часть этой профессии, ведь она намного сложнее, намного труднее, чем может показаться на первый взгляд. Мне кажется, вот я сейчас стою, на мне целая тонна, поэтому уважайте труд наших мужчин и цените их еще больше. Какой классный сюжет мы только что посмотрели. Мне сразу стало интересно, за сколько же минут смогу надеть такую тяжеленную форму я. Так, а я продолжаю вам рассказывать интересные факты о 23 февраля. Официальным выходным днем в России праздник стал не так давно, лишь в 2002 году. Да-да, до этого в этот день все работали. А когда наша передача только началась, я зашла в студию с... юнармейцами. И я хочу рассказать немножко об этом движении. В данное время в Якутии функционируют 163 отряда юнармии в 31 муниципальном образовании и городских округов республики с охватом 6158 детей в возрасте от 8
до 18 лет. И давайте мы сейчас их пригласим в студию. Александр Кузьмин, руководитель ресурсного центра по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, заместитель руководителя регионального штаба «Юнармия», Нюргуяна Енохова, инструктор-методист регионального штаба «Юнармия», а также уже знакомые вам Владимиров Эрсан и Хорошев Глеб. Всем здравствуйте. 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 Ну, давайте расскажем о вашем движении. Да? Всероссийское детское юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в России в 2016 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу и было поддержано президентом России. Ну, как было уже сказано, в ряды «Юнармии» вступают дети с 8 лет. И «Юнармия» работает по четырем основным направлениям. Это физическое, физкультурно-спортивное направление, духовно-нравственное, интеллектуальное и социальное. Ну, в рядах «Юнармии» формируется активная гражданская позиция, чувство ответственности за свои поступки и действия. Наши юнармейцы реализуют много социальных проектов и являются победителями многих республиканских и всероссийских конкурсов, соревнований и так далее. А вот, наверное, многие мамы сейчас смотрят наш эфир, и им, наверное, стало интересно, да, как можно сделать своего ребенка юнармейцем, как привести к вам? Ну, в юнармии вступить очень просто. Для этого нужно написать заявление и согласие на обработку персональных данных и обратиться в ближайшее местное отделение или к нам в региональный центр юнармии. Ну, у нас местных отделений, как вы сказали, 31. Но хотелось бы отметить вот наиболее активных представителей местных отделений. Это Алданское местное отделение, Нюрингринское местное отделение поселка Беркакет, а также Мегино-Кангаласское, Усмайское, Соши имени Ларионова, а также Алёкминский район. Вот в городе Якутске. Где вас найти? Адрес? Адрес это... На базе кадетской школы-интернат, это микрорайон Мархат, Дзержинск, 18. Хорошо. Думаю, все сейчас записали. Так, ребят, ну расскажите, каково быть частью такого движения? Я думаю, это круто. И быть частью юнармии – это как? Ну, саморазвитие самого себя, развитие своего характера, дисциплины, развитие умственных и физических способностей. А для тебя? Для меня это больше показатель немужества, совести, чести и достоинства. Да, а как давно вы уже часть юнармии? Уже как более 2 лет. Мне нравится. А ты? Я столько же со своей юнармией, ровно 2 года. 2 года. А как вы пришли? Как вы узнали? Кто вас привел? Нас привели родители вот, в кадетскую школу. После того... Когда мы проучились в кадетской школе, нас могут отправлять на мероприятия. Меня же отправили в лагерь «Океан». Там были юнармейские маршруты. Ну, программа называлась. Это была юнармейская смена. И там было очень много мероприятий по смотру песни строя, слету юнармии, посвященному 129-му годовщине русского народа. И много другого. Да. А что тебе больше всего нравится? Мне больше всего нравится то, что мы можем с малых лет начинать защищать свою родину. Мы показатель и пример для других школ, других республик, также для всей страны. Молодец. Вот. А как устроена ваша работа? Вот ребята у вас целый день учатся или, может, у вас какие-то смены проводятся? Вот как устроена работа? Ну, в рядах юнармии можно заниматься очень круглогодично, целый, например, действуют такие профильные смены во всех российских детских центрах. Это у нас наши юнармейцы в течение года направляются в профильные смены «Океан», «Орленок», «Смена» и «Артек». Выделяется от главного штаба квота на каждый субъект Российской Федерации. И мы из наиболее активных районов направляем по решению регионального штаба на эти профильные смены, где они принимают участие в образовательных проектах этих смен. И также у нас в этом году будет впервые работать профильная смена на базе Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» с охватом 80 школьников. Поэтому мы готовимся к этому сбору. Она будет проведена с 26 по 4 апреля. А как часто у вас выезды бывают?
Выезды у нас, как говорится, практически ежедневно, еженедельно. Сейчас канун 23 февраля наши юнармейцы будут принимать участие во всех ключевых мероприятиях. 23 февраля наши юнармейцы в Русском театре примут участие в торжественном собрании, где покажут свои показательные выступления. Также во всех муниципальных районах также будут проведены смотры, песни и строя, муниципальные этапы военно-спортивных игр, снежный барс. На всех этих ключевых мероприятиях юнармейцы принимают активное, самое активное участие. Здорово. Еще интересно, а девочки занимаются? Да, девочки тоже занимаются. У нас мальчики и девочки, независимо от пола. Ну, это исключение того, что они должны быть обучающимися от 8 до 18 лет. Все могут заниматься. Да. А как вот с учебным процессом это дети совмещают? Это свободно от учебы время. Угу. Дети могут заниматься, ну, могут и в рамках образовательной организации, или можно и в клубных, военно-патриотических клубах и поисковых отрядах. Ага. А летом у вас, наверное, как лагерь, да, есть? Или как? Да, летом у нас организуются различные смены, профильные смены. Так, в районах у нас сейчас активно уже также формируются такие учебно-полевые, скажем так, смены для именно детей юнармейцев. В России действует проект «Юнармейское лето», и в рамках этого проекта все дети вот активно занимаются. Да. Я вот думаю, многие со мной согласятся, да, то, что, увидев ребят, я сразу подумала, какая же у них красивая форма. Да? Вот как она разрабатывается? Она вот по всей России она одна, да? Это такой один стандарт. Это уставная форма юнармейская была утверждена главным штабом юнармии по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации. Ну, здесь бывает летняя юнармейская форма и зимняя юнармейская форма. Ну, варианты разные. Первый вариант, например, вот, в виде красной футболки, из берета, с официальной вот символикой в виде орла, да, и вот такие вот бежевые там берцы. Вот даже вплоть до обуви, да? Здорово. Ну, еще верхняя, это, наверное, единая есть по всей России юнармейская форма. А вот цвета, они что-то вот означают, или это вот как дизайнер придумал? Бывает. Ну, в основном у нас единый стиль – это красный, бежевый. И военно-космические у нас еще есть отряды юнармии. У них футболки синего цвета и береты синего цвета. А вот берцы и так далее у нас все бежевого цвета. А вот дети, они могут сами выбирать, да? Сегодня я буду там кофте или футболка, да? Да, как да, хотят, да, да. Еще я вижу то, что и береты даже отличаются. Да. А вы им в эту форму просто выдаете, да? Береты бывают, ну вот, синие и красные. Синие и красные. И вот всем желающим стать частью юнармии выдается такая форма. Ну, форма не обязательно. А, не обязательно? Не обязательно. А-га. Можно и без формы, но... Ну, выдается. Остается, да? Ну вот в этом году у нас, да, 70-летие Великой Победы, 75-летие. И какие у вас мероприятия? Так, мы региональное отделение Всероссийского детского движения «Юнармия», в частности, наш региональный штаб, на днях запустили республиканскую акцию юнармейцев «Сохраним память на века», где наши юнармейцы выступают в качестве волонтеров по очистке и уборке памятных мемориальных плит, места хранения героев Советского Союза на местах, и будут в течение года осуществлять уход. Могут еще и принять участие в реставрации, по строительству и так далее. И вот наши юнармейцы на днях выехали в Ангинский район, именно где была установлена в 1985 году честь 40-летие Победы, памятные мемориальные плиты, где были внесены имена 58 воинов, которые защищали нашу Родину во времена Великой Отечественной войны. И в течение года совместно с муниципальным образованием, с Ангинским районом будут вот осуществлять вот такую уборку. Даже вот планируется еще строительство сквера. И мы призываем всех наших коллег в муниципальных образованиях, всех наших юнармейцев активно подключаться к этой республиканской акции. Вот сейчас вы сказали, что вот более 6 тысяч детей, да? Ага, и ну, вот вы, ну, что вы ощущаете, вот, когда к вам ребенок приходит, и как он меняется, да, со временем? Вот что вы чувствуете? Ну вот
есть очень большой интерес сейчас со стороны общественности и родителей законных представителей, от педагогической общественности, потому что это юнармия, это вот не такое альтернативное, да, детское движение, но вот по всей России является единой вот, детской юношеской площадкой, военно-патриотической. Все мероприятия и проекты на уровне России сейчас именно проводятся под эгидой юнармии. Это единый сейчас бренд, скажем так, воспитания и обучения детей. Поэтому ну, мы рады, что наши ряды пополняются. 6 тысяч – это не предел, нет предела совершенства, да, так скажем. Поэтому призываем всех вступить в это масштабное детское движение и реализовать свои возможности, совершенствоваться и самосовершенствоваться. А как вы думаете, вот в ребенке воспитывать, да, такие патриотические чувства? Ну вот что это ему потом даст, как вы думаете? Ну, в целом, воспитать ребенка, это значит заложить в нем основы духовного характера и довести его до способности самовоспитания. И те родители, которые творчески разрешили эту задачу, они подарили своему народу новый духовный очаг, скажем так. А вы как считаете? Ну, военная подготовка, это для юношей, это прежде всего подготовка к армии, это начальная база подготовка. Также ребенка дисциплинирует, он уже более ответственно относится к своей деятельности и более мотивированно. Ну, я считаю, что хорошо, да. Ну вот сейчас, пользуясь случаем, да, вы тоже можете поздравить своих коллег. Да, с 23 февраля. Ну, пользуясь случаем, конечно, мы поздравляем всех мужчин, всех защитников Отечества, всех, которые связаны с этим праздником, наступающим днем защитников Отечества. Желаем всем быть всегда оптимистичными, бодрыми, всегда ставьте перед собой цели и достигайте. Ну, большое вам спасибо, да, что вы сегодня у нас гостили, вы украсили наш эфир, а далее будет короткая реклама. Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами передача «Город женщин», а я продолжаю рассказывать интересные факты о 23 февраля. Вначале на 23 февраля не было предусмотрено никаких подарков, только митинги и торжественные мероприятия. Первым подарком на этот праздник можно считать медаль, которую в 1938 году выпустили к 20-летнему юбилею рабочей крестьянской армии. Как же было раньше легко, вот, например, я до сих пор не купила подарки и займусь этим как раз-таки после эфира. А далее у нас сюжет. Нечего посмотреть? Наша рубрика спешит вам на помощь и отбирает для вас самые интересные фильмы, которые находятся в свободном доступе в интернете. Открывает наш сегодняшний список фантастическая мелодрама 2013 года «Бойфренд из будущего». Прекрасные актеры увлекут вашу романтическую натуру в историю, полную неожиданностей. Представьте, что вы можете менять исход событий. Каждый из нас порой об этом просто мечтает. А вот главному герою фильма очень повезло, так как у него есть такая способность. И к чему она приведет, вы, конечно же, узнаете, посмотрев данную киноленту. Следующим в нашем списке находится завораживающий интеллектуальный триллер-детектив. Это фильм «Сыщик» 2007 года. Он о том, как два соперника вступают в игру, превращая ее в настоящую схватку, из которой только один может выйти живым. Тут нет ничего лишнего или недостающего. Странная обстановка, длинные речи и захватывающий сюжет придутся по вкусу любителям данного жанра. Это настоящая игра. Настоящая игра, которая только началась. Следуй правилам. Чьим правилам? Моим.
знаем. Тем, кто души не чает в фантастических комедиях, советуем посмотреть кино «Изобретение лжи» 2009 года. Вы можете представить себе мир, в котором не существует неправды? Сложно? Ну что ж, добро пожаловать именно в такой. Здесь люди говорят то, что думают, и ничего ни от кого не скрывают. Верят они тоже всему, ведь кругом только правда. Но все меняется, когда главному герою приходит в голову, что можно и соврать. А 9 лет назад в свет вышла фантастическая картина «Воображариум доктора Парнаса». От начала и до конца все цепляет своим антуражем, причудливостью и великолепной актерской игрой. Этот фильм известен тем, что стал последним для актера Хита Леджера. Если вы еще его не смотрели, то обязательно исправьте это упущение. Великий и неповторимый доктор Парнас. Ну как же в нашем списке без мультика, который можно посмотреть с детишками. Перед вами «Песнь моря». Это действительно очень красивый, атмосферный и просто хороший мультфильм. Здесь нет глупого и неуместного юмора, поэтому взрослым тоже он придется по душе. Здесь только воображаемый мир, нашедший воплощение в завораживающей киноленте. К нам уже присоединились Раиса Федорова, методист исторического парка «Россия. Моя история» и Туяра Павлова, заведующая отдела культурно-просветительской и экскурсионной деятельности. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. И давайте мы начнем разговор с того, что 2020 год у нас объявлен годом патриотизма. Угу. Да? И какие мероприятия уже запланированы у вас? Ну, начнем с того, как мы начали этот год. Да? Мы начали год патриотизма с проведения наших традиционных мероприятий. 27 января мы провели день, посвященный полному освобождению блокады от Ленинграда. В этот день наши партнеры, детский подростковый центр «Автобус радости» вместе с нами показали композицию, посвященную этой теме. Также 15 февраля является днем россиян, участвовавших в боевых действиях за пределами Отечества. И к нам каждый год приходят ветераны Афгана, ветераны Вьетнама. В этом году тоже они встретились с молодежью. И вот в год патриотизма, в год 75-летия у нас запланированы большие мультимедийные выставки, большая, также содержательно очень интересные тематические экскурсии. Мы начали проводить тематические экскурсии по кинофильмам, которые идут в кинотеатрах. Mm-hmm. Да, у нас интересно проводились экскурсии, посвященные кинофильму «Союз спасения». Сейчас проводятся экскурсии по кинофильму 1917. Вот, да, вот фильм, говорят, классный, да? А что такое вот тематическая экскурсия? Мне прям стало интересно. Как она проходит? Когда посетители задают вопросы, интересующие по кинофильму, и, конечно же, когда вот смотрят фильм, возникают вопросы. Ага. Ну, да. То, что и вот не в частности года дел. Да, 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 да. Событий, которые указаны в фильме. Да, которые были недосказаны. И вот такой вот интересный такой экскурс в то время получается во время тематической экскурсии. Ага. И вот по поводу мультимедийных выставок. Сегодня у нас откроется мультимедийная выставка, посвященная герою Советского Союза Владимиру Дионисовичу Лонгинову. Посетители могут посмотреть его ружье, которым он охотился. Он был очень хорошим охотником. Посмотрят утварь его семьи и познакомиться с его жизнедеятельностью, конечно же. И на 75-летие Победы с апреля будет стоять большая мультимедийная выставка, которая называется «Победная поступь». Мы собираем материалы со всех улусов по памятникам и ветеранам Великой Отечественной войны. И все это будет проецироваться, будут показываться документальные фильмы. Наш медиа-центр снимает с начала весны. С прошлого года начали съемки ветеранов Великой Отечественной войны. И вот их интервью, их воспоминания будут проецироваться тоже на этой выставке. Да, вот мне интересно, да? А вот все такое мультимедийное. А люди же привыкли, что музей — это где можно там за стеклышком что-то посмотреть, да? А как люди реагируют вообще, когда вот так вот? Ну, старшее поколение, им немножко неловко, но они не знают, что вообще нужно с этим делать. А дети-то уже как бы с детства уже с
пользоваться смартфонами, поэтому, да, они сразу как бы трогают, бегают, знают, что делать. А вот старшему поколению нужно показывать, чтобы они, ну, поняли, что это нужно, можно потрогать, да. Вот сейчас я расскажу телезрителям, то, что когда мы готовились к эфиру, я спрашиваю, да, а вы можете что-нибудь принести, да, может, у вас есть какая-нибудь интересная там, не знаю, там, каска, там, ружье, может быть, какой-то стакан, да, и мне говорят, то, что нет, у нас все мультимедийное, да. Ну, временные выставки с экспонатами стоят. Вот, в частности, сегодня могут увидеть предметы, которыми пользовался Владимир Денисович. Это вот на 23 февраля вот у вас запланировано такое мероприятие, да? Сегодня открывается выставка. Эта выставка будет частью нашей большой программы. А про программу ознакомит Раиса Анатольевна. У нас в воскресенье будет для жителей и гостей столицы большая программа по 23 февраля Дню защитника Отечества. У нас намечены тематические экскурсии, тематические квесты, мастер-классы по оказанию медицинской помощи. Далее у нас мастер-классы семейные по изготовлению открыток для отцов, для дедушек. Далее у нас сборка-разборка автомата Калашникова. Да. Выступление кинологов МВД. Да, кинологической службе с собаками. Далее у нас квиз-игра по военной тематике. У нас будут участвовать студенты различных институтов, академий. Можно собирать команду в составе 6 человек и принять участие. Квиз именно вот на какую тематику он? Касающийся 23 февраля. Именно 23 февраля, да? То есть известные личности, история, факты. То есть вот сейчас прямо, да, наши телезрители могут просто взять... Написать, найти нас в Инстаграме, написать нам сообщение. Собрать команду и записаться, да? Да. Да, интересно. И получается, вот когда такие мероприятия, вы работаете там до поздней ночи, да? До поздней ночи мы обычно работаем, когда у нас ночи. У нас 4 ночи в году. Это ночь историй, где мы гадаем. Ночь музеев. Это 18 мая приблизительно. День музея. Да, проводим различные мероприятия, касающиеся творчества, выставок. Далее у нас идет «Ночь кино». «Ночь кино» — это в конце августа. Мы показываем различные фильмы. И «Ночь искусств» — это у нас к 4 ноября, к Дню единства проводим. Я также знаю, что у вас еще много мероприятий для школьников. Да, вот, в каких можно принять участие? Научно-практические конференции «Науки юноши питают». И еще вторая конференция «Отчизне посвятим». В основном у нас наши партнеры участвуют. Это вот кадетская школа. Все школы участвуют. И в этом году у нас запланировано театрализованное представление с исторической реконструкцией на тему «Битва на Ильмени». И вводными экскурсиями экскурсоводы ознакомят детей. Про эту битву расскажут, дети узнают, как сражались на этой войне наши якуты. Перед реконструкцией они возложат венки на сквере этого сражения у нас в городе. И потом вот вся эта вот, все это театрализованное представление будет сниматься. Ну вот я еще знаю, что вы региональные координаторы всероссийского проекта «Дорога памяти». Да, вот. О нем пару слов. Этот проект реализован Министерством обороны Российской Федерации. Нам пришло письмо о просьбе, чтобы мы были региональными координаторами именно по республике Саха-Якутия. Мы согласились, и теперь мы помогаем собирать материалы об участниках Великой Отечественной войны на сайт. То есть данный проект на данный момент является именно сайтом. Далее он уже превратится в большую мультимедийную галерею в строящемся парке «Патриот», где будут увековечены все участники Великой Отечественной войны. Так, вот наверняка сейчас многие уже вот заинтересовались, да, как можно это сделать. Можете это подробно рассказать? Они должны вам принести фотографии, информацию о жизни и деятельности, биографию, о боевом пути своего родственника. И находят Раису Анатольевну. Надо прийти с 11 до 17. Хорошо. Ну вот давайте сейчас, все мне интересно, про эмоции детей, да, когда они вот приходят к вам в музей, что они чувствуют?
Конечно, сначала восторг. Восторг от того, что у нас такое большое культурно-просветительское учреждение, что все оснащено современнейшей технологией. И, конечно же, после экскурсии у них лица меняются. Они становятся задумчивыми. Мне очень нравится рассказывать про подвиги героев. Они были уникальными людьми, они были большими личностями, они обладали такими навыками, что благодаря им они очень быстро реагировали в различных ситуациях, брали ответственность в первую очередь на себя и ни на толику секунду не задумывались о своей собственной жизни. Вот благодаря таким людям мы сегодня живем в мирное время. Например, Михаил Михайлович Стрекаловский, когда оборонял свою позицию на протяжении 20 часов, когда у него закончились боеприпасы, он стал ловить вражеские гранаты и отправлять им самим. Вот видите, какие большое, люди. Да, вот сколько я всего узнала. Большое вам спасибо за интересную беседу. А далее у нас будет короткая реклама. А сейчас я хочу пригласить нашу следующую гостью, Мардосова Туяра, референт Федерального государственного казенного учреждения Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по Республике Саха-Якутия, капитан полиции, а также многодетная мама и бабушка. Здравствуйте, Туяра. Здравствуйте. И телезрители, вам вопрос. Как вы думаете, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас с вами приготовим просто отменный салат как раз к праздничному столу. Так, Туяра, что же мы будем готовить? Вы мне сказали, что это вот интересный салат, да, который такой оригинальный. Да, ну, на самом деле он мне как бы, даже можно сказать... можно сделать из печени или из мяса. И можно мясо, если человек на правильном питании, отварить. Сладкий перец, соленые огурцы, лук. Да вот, мне кажется, вы прямо этот, да, прямо очень чуткий человек. Да, давайте. Это благодаря моим старшим детям, они мне тоже помогали. Ага. Давайте мы прямо будем показывать. Да, у нас тут мясо, перец. Да. Так, здесь у нас еще перец желтого цвета. Ну, чтобы было красиво. Да, чтобы было красиво. Да. Лук, да, он уже предварительно нарезан. Нет, это огурцы. Вот я смотрю сюда и говорю лук, смотря на огурцы. Хорошо, и соль, перец. Да. Так. Можно мы уже как бы заранее, чтобы здесь не было как бы условий, мы мясо как бы пожарили, жеребятину можно, можно ленину, можно печень, вот как я сказала. Как бы салат, он тогда получается такой пикантный. Да, ну вот Яря, вот смотрю на вас и любуюсь, да, то что вы такая вот, у вас пятеро детей, да, у вас такая работа. Ну и давайте вот вы расскажете, почему именно вот это направление, эта стезя? Ну, на самом деле, я считаю, что у всех людей идет все как бы с детства. И у меня папа работал в милиции, он ветеран милиции, и я всегда на него смотрела так вот с восхищением, с гордостью. Да, он у меня очень правильный такой человек, и воспитание как бы сыграло роль, ну и патриотические чувства, я так считаю. Я 18-летняя девочка пришла в органы, получается, у меня уже 23 календарных службы. Ну вот тонко нарезаем, да, как бы соломкой. Кому как бы так, может быть, кто-то захочет там в какой-то другой форме. Это, я считаю, сейчас в наше время можно настолько разных блюд это и по-своему, да, как-то сделать. Можно там вместо чего-то взять что-то, добавить свое. Я знаю, что вашей внучке всего 3 месяца. Да. Да. Ее зовут София, она как бы наше такое вот солнышко, наше счастье, несмотря на то, что вот у меня много девочек, мы, естественно, и души в ней не чаем. Ну, как бы вот так получилось, что я стала бабушкой в прошлом году. Классно. А как вот удается совмещать? Вот бывает же и с одним ребенком-то и не успеешь. А вот наша первая гостья сказала то, что именно вот выбирая эту профессию, надо быть готовым к тому, что будет мало времени. Да. Да, как вы успеваете? Я согласна, что даже, можно сказать, профессия, она тяжелая, и не хватает времени не то, что как бы на личную жизнь, даже на семью, кто-то, может быть, даже из-за этого пока не заводит семью. Ну, как бы это на самом деле очень индивидуально. Ну, так получилось, что я тоже рано замуж вышла, и вот столько детей, и
благодаря, может быть, даже не может быть, это родителям и старшим детям. Они мне помогали с младшими. Родители помогали со старшими, с младшими. Вот так вот у нас. Ну, вы, наверное, очень организованный человек. На самом деле, я считаю, что да, в этой профессии должны именно такие люди работать. Это дисциплина, организованность, даже все успеть. В какой-то мере это надо быстро где-то что-то все делать. У меня даже вот в одном кабинете работая, иногда вот удивляются, что я в обед успеваю пойти быстренько сбегать пирожки приготовить. Да. Прибегаю такая. Ну, это когда вот в будни попадает день рождения моих детей или какие-то семейные праздники, я все-таки стараюсь успеть что-то сделать или в обед, потом прибегать с работы. Да, так давайте вот о семье, да, раз уж мы начали говорить. Расскажите, пожалуйста, вот о семье вашей. А, так, у меня муж тоже ветеран полиции, милиции. Он в милиции тоже ушел. Майор. Работал долгое время в уголовном розыске. Дети старшие, 22 года сыну. Он по профессии ювелир. Работает, старшая дочь учится. Аина, кстати, моих всех детей зовут якутскими именами. Да, мы им дали Сандал, Аина, Саная, Даяна и Сандара. А, очень красиво, у меня дочка тоже Сандара. Да. Классное имя. Да. Ну вот как-то, да. Я считаю, что имена надо давать. Может быть, это мое мнение, субъективное, конечно. Я считаю, что надо их как-то давать. Или созвучные, или... с одной буквы, или вот якутский как-то. Yeah. Может быть, это сугубо такой индивидуальный, конечно. Вот так. А младшей самой 7 лет, она первоклассница. Так. Первоклассница, да? Да, она в первом классе, в Сахагимназии учится. Средненькая тоже 10 лет, она тоже там в 4 классе. Средняя дочь и старший сын учились в 23-й школе, а старшая дочь, вот она после 23-й школы, где-то после 5-го класса, решила сама поступить. Она поступила в Сахагимназию, ну, когда был добор, и вот закончила там. Ну вот, а как вы относитесь, если к вам дочка ваша придет и скажет: «Мама, я хочу тоже, работать, хочу, как ты». Если честно, мы как бы готовы, что кто-то, хоть один или двое детей из наших, пойдут по нашим стопам. Ну, на самом деле мы с мужем не планировали и как бы не хотели бы. Все-таки работа очень, да, сложная. Надо совмещать, вот как вы сказали, семью, детей, быт. Ну, если кто-то пойдет, то это их нежелание будет. Да, а вот в таком графике, да, вы находите ли время вот именно для развития каких-то творческих способностей? Может, какие-то хобби есть? На самом деле хобби как такового нет. Очень восхищаюсь женщинами, которые успевают и готовить, и шить. Я даже хочу на мастер-классы сходить. Как бы это даже, вот, можно сказать, мечта женская. Я сажаю огород, дети. Вот у меня свободного времени вот так вот хватает только на это. Ну, огород — это же тоже очень такой творческий процесс. Ну, можно сказать и так. С февраля, с марта я начинаю сажать рассады сама. А вот что вы сажаете? Сама. Да, вот. У нас, кстати, огород достаточно большой. Там есть не только картошка, там огурцы, но есть и кабачки, цветы, морковка, свекла, там зелень. Мы даже в одно время сажали арбузы, они, дети очень любили. Арбузы у нас в Якутии, не знаю, как у, вот, у М корейца, но у нас получается маленькие такие, но они были очень сладкие. Очень сладкие, да. Вот тем временем, да, у Туяры все так быстренько получается, салат наш уже готов. Мы тогда добавили мясо, добавили перец, лук, соленые огурцы. Соленые огурцы. И соль и перец. Ну, по вкусу можно добавить другой перец, не знаю. Но мы любим черный перец. Молотый, он такой вот пряный, изысканный вкус получается. Ну, да. Можно по вкусу добавить, не знаю, кто-то, может, поострее любит, кто-то слабую соль как-то по здоровью, да? Это индивидуально. И вот мясо мы, на самом деле, я вчера детям сказала, чтобы добавили уже масло, поэтому и можно здесь сюда добавить масло. Оливковое. Без заправки, да? Да, да. Без заправки. И все. И вот так вот перемешать, и он вот праздничный как бы салат, один из салатов, готов уже. Да, вот еще хочется узнать, да, что больше всего вам нравится в вашей работе? Моей работе нравится, естественно, идеи, задачи. Это в первую очередь все-таки сотрудник, как бы, если он действительно
за охрану, защиту населения, здоровье людей. Mm-hmm. Это первоочередные задачи. Mm-hmm. Ну, потом это стабильность, это дисциплина. Mm-hmm. Все вот так вот я могу сказать. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, а какими качествами нужно обладать? Да, вот, наверное, смотрят тоже школьники, да, может, вот, когда они будут выбирать свою профессию. Да, мы, кстати, с работой проводим много патриотических мероприятий, mm-hmm. и это в наше время очень актуально и даже, можно сказать, необходимо. Mm-hmm. Нынешняя молодежь, подростки очень интересуются. Мы с ними проводим много уроков мужества, патриотических мероприятий, mm-hmm. соревнований. Они интересуются историей. Мы рассказываем им, кто такой Калашников, mm-hmm. какие раньше были у нас генералы, командиры, полководцы, вот, или даже сотрудники, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Mm-hmm. Есть у нас и герои, которые пали вот от рук преступников или mm-hmm. как-то вот в наше время это очень такой вопрос важный, mm-hmm. даже можно сказать. Помнить, конечно. Да. Mm-hmm. Вот у нас готов. Ух ты, как Багира? Да, я вот не помню, где я пробовала, но мне он очень понравился в том, что он такой быстро, mm-hmm. и в то же время он такой оригинальный. Да, он очень оригинальный. Да. И называется Багира. Mm-hmm. Кто-то делает вот с печенью, печень uh-huh. можно пожарить. Кто-то печень. Да, да, печень. Mm-hmm. Или вот жеребятина, оленина или говядина. Mm-hmm. Кто вот, хочет жареную, то можно отварить. Угу. Да, да, можно взять и диетическим его, да. и таким, да? Да, да. И угу. без майонеза на вот масле растительном угу. или оливковом. Угу. А какие у вас еще блюда вот, фирменные ваши? Что вы любите готовить? Ой, фирменные готовить? Блюда. У меня все как бы традиционно. Это пирожки, пирог с картошкой угу. и с фаршем. Мои семейные домочадцы очень любят. Угу. Салаты вот разнообразные. Это медовые торты. Но они не такие, как... Готовники, да. Это... Обычные такие домашние пироги, торты бывают. Ну, вот оладушки мои очень любят дети. Mm-hmm. Почему-то все вот любит мое вот стряпню. Ну, конечно. Где-то вот говорят, что в пирожок положили лук или mm-hmm. зеленый лук. Мои дети вот не любят. Mm-hmm. Да, вот как-то так получилось. Ну, у вас, наверное, вот с четырьмя девочками, наверное, даже пирожки прям на раз, да, да, сразу? Да, они мои большие помощницы. Я mm-hmm. очень, на самом деле, им благодарна. И маме своей благодарна. Вот ее воспитание, уклад семьи, модель поведения в семье, все это от матери, я считаю. Uh-huh. С детства, uh-huh. с семьи. И все это мы передаем потом своим детям, а дети потом внукам. Да, какие хорошие слова. Да, ну uh-huh. я так как бы с высоты своих лет говорю. Может быть, как бы кто-то считает, конечно, по-другому. Uh-huh. Так. А у вас много мужчин, у вас вот, коллег мужчин? На работе у нас, да, их много, чем uh-huh. женщин. Да. И мужчины, да, как бы, я даже считаю, что с мужчинами работать проще. Угу. Мужчины, они такие прямолинейные, да, нет, мужественные. Они как бы без всяких... Давайте, да, своих мужественных коллег вы сейчас поздравите с наступающим праздником. Да, уважаемых коллег, своих товарищей, своих коллег вот по цеху, по кабинету. От всей души поздравляю с Днем Защитника Отечества, с наступающим. Желаю им самое главное здоровья. И вот все остальное, оно как бы будет. Я вот считаю, что так, и мое пожелание такое. Краткое, но это самое главное. Да, это точно. Ну что, дорогие телезрители, вот и подошел к концу наш эфир. Я желаю вам хорошего праздника, да, хороших выходных, до новых встреч. Спасибо.